Mercedes продолжает по частям раскрывать следующее поколение S-класса. Теперь компания из Штутгарта решила раскрыть салон будущего 223-го. Он принципиально отличается от интерьера модели предшественника. Внутри стало просторнее, богаче и хай-течнее. А еще светлее. Весь салон насквозь пронизан светодиодными лентами контурной подсветки. Другим поводом для гордости названы новые кресла для пассажиров заднего ряда. Они обрели еще больше регулировок, а заодно улучшенную функцию массажа. Кроме того, будущему покупателю S-класса теперь предложат 5 разных вариантов компоновки салона. Топовый – это раздельные кресла, дополненные выдвижными оттаманками и обогревом шеи. К слову, кресла теперь будут постоянно ерзать, а точнее ежесекундно подстраиваться под положение седока. Mercedes уверяет, что это принципиально новый уровень комфорта. Вдобавок на другой уровень вышли тактильные и визуальные ощущения. Ради последних внутри теперь очень много деревянного декора. У водителя свои радости. Скажем, машина сама подстроит оптимальное положение сидения и баранки, если водитель вслух назовет свой рост. А еще бортовая мультимедиа будет нашептывать ему навигационные подсказки через динамики, встроенные в подголовник. То есть пассажиров не будет напрягать бесконечное «через 300 метров поверните направо». Система со странноватым названием «Бодрящий контроль комфорта» пережила смену поколений. Напомним, что она объединяет климат-контроль, обогревы сидений, руля и подлокотников, а также вентиляцию, массаж и ароматизаторы. Ей же подвластны контурная подсветка салона и подборка музыкальных треков. Но теперь, чтобы автомобиль взбодрил или наоборот расслабил своих пассажиров, команду можно отдать голосом. Или просто посетовать, как ты сегодня устал. Электронный разум понимает множество языков, включая китайский. Тем более, что для Поднебесной разработаны отдельные пресеты со своей музыкой и ароматами. На этом затянувшийся сериал из предпремьерных релизов, пожалуй, стоило бы закончить. Но, скорее всего, нас ждет минимум еще одна серия. Логично предположить, что она будет посвящена силовым агрегатам. Больше Мерседесу рассказывать уже нечего. Премьера S-класса целиком намечена на сентябрь.